Ну, то, что, естественно, что Грубица дебютировал в плей-офф, да, и свои первые очки даже в предыдущей встрече набрал. У него была еще голевая передача в регулярном чемпионате, в свои первые восхождения и выступления за Куньлунь. Но у него богатый опыт у Шимона Грубица по выступлению в плей-офф за Торшинец, за чешский клуб, в собственном чемпионате в Чехии. И он там провел достаточное количество матчей, 67. Это богатый опыт, каким бы чешский чемпионат ни был. Колдобин выруливает из-за дальней штанги, но успевает перекрыть Грубец створ ворот.